Вышли сегодня погулять, вообще не планировала ничего снимать. Но посмотрите, какая красота! Это же просто бесподобно. Обожаю эти цветочки. Кстати, поля с такими цветочками мы видели только в Калуге. Больше нигде мы такое не видели. Поздоровайтесь. Здрасте. Вообще красота просто. Шикардес. Максим, то, что говорит. Кошмар. Кошмар? Просто шедевр. Аккуратно, там машина едет. Мы как-то мимо проходили, но уже был вечер, и увидели, что какая-то дорожка такая живописная. И сегодня, так как мы скоро уедем с Калуги, нам все-таки хочется разведать эту территорию. Посмотрите, какие красивые цветочки, блин. Супер просто. Мы в прошлом году увидели эти цветочки, тоже поле было с этими цветочками. Поехали, немножечко пофоткались. Классно. Вообще красиво, столько цветочков цветет. Слушай, у Вики прямо язык на плече. В общем, посмотрим, что там интересного. Тут, я так понимаю, раньше озеро какое-то было, озерочек. Озер, озерцо. А сейчас плотину спустили, и вода была, я так понимаю, до сюда. И плотину спустили, и вот такое вот жалкое зрелище. Блин, тут прикольно, и рядом прям с домом. Да, я представляю, как обидно людям, которые здесь жили, а потом плотину спустили, и ихнее место отдыха испортилось. Микухара, да, я довольна. Вот это все, походу, было в воде. А, только что проходили, люди в купальниках вообще были здесь, по старой памяти. Пришли загорать, мы тепло одетые. Какие-то мерзляки прям, не знаю. Че мы, зайка, там переступим? Да ну не рассказывай. Глянь, вода такая. Какие трещины. Да хочется, может, пусть залезет. Мика открыла купальный сезон. Следующий Димка. Она выбраться не может, течение большое. Микушка, давай, выходи. Хватит. Дуреха. Ты дурочка. Дурочка наша. Давай, плавай, плыви. Ну не кидай, Максим. Максим, сейчас упадешь туда кроссовками. Нам домой потом придется идти. Мы еще погулять хотим. Ой, пока! Классно, Микуха? Как водичка? Ой. Ой, кстати, водичка классная такая. Вообще, да. Моя девочка поплавала. Не знаю. Вот плотина там раньше была. Вся почва трещинами идет, потому что здесь водоем был. Я думаю, что после того, как снег растаял, здесь еще была вода. Она только высохла, думаю. Может, я офыбаюсь. Березки. Красота. Красота. Лепота. Очень классно. И даже жарко. Кстати, спасибо, что поделились летом. Лето пришло. Тут везде березки. Интересно, здесь грибочки растут. А, кстати, в том году я видела, женщины ходили с кошелками. Хотела опять очки одеть, забыла, блин. Не поймешь, когда лето, когда не лето. Кто?
Ты думаешь, здесь водятся змеи? Жесть. Я как-то раньше вообще не думала о змеях. Вообще красота какая. Ну это просто. Блин. Блин, ну круто же. Вообще. Красотища. Люпины, по-моему, эти цветочки называются. Жарко. Жарко. Снимай. А, не, не надо, тут клещи могут быть. Кажется, лето пришло. Так неожиданно. В конце июня. Мика, мы тут! Бежит, выглядывает, бедненькая, потеряла нас. Кстати, хочу вам рассказать печальную историю. Ой, посоветовали мне посмотреть. Короче, дали мне список фильмов. А, кто-то из моих зрителей написал мне в комментариях. Спасибо еще раз за это. Список фильмов, которые сняты были в Калуге. Я думала, здесь что-то красивое. А здесь дорога, трасса. На Москву, да? Вот так вот быстро закончилось счастье. Ну, не, у кого счастье больше всего, так это у Мики. Она и поплавать успела, и он в траве бегает. Так вот, что я хотела сказать. И в этом списке, короче, мне кто-то из моих зрителей написал список фильмов, которые были сняты в Калуге. И я вчера вечером, появилось у меня свободное время, решила все-таки посмотреть. Ой, фильмы. Короче, я посмотрела вчера «Белый Бим, черное ухо». Да, Калугу я увидела, конечно, в фильме я этот раньше никогда не смотрела. Хочу сказать, что этот фильм – самый страшный фильм, который я когда-либо смотрела в своей жизни. Наплакалась, конечно, собачку жалко. Кто не смотрел фильм, посмотрите, пожалуйста. Только он хорошо не закончится. Я... Ну, молодец. Да ну блин, я предупреждаю, если бы меня предупредили, что фильм плохо закончится, я бы его не смотрела. Я весь фильм ждала, пока собака встретится с хозяином. Я так этого момента ждала, наверное, больше, чем та собака. Собака мертвая была. Ну я думала, что все смотрели этот фильм, это я телевизор никогда не смотрю. Я никогда даже не смотрела... Если не было слышно, Дима сказал мне только анонсы на фильмы снимать. Да. Не, ну я просто думала, что все уже смотрели этот фильм. Я хотела сказать, что я никогда не смотрела особенности национальной рыбалки, охоты. Я так это частями, фрагментами смотрела, и то уже во взрослом возрасте. В детстве я не смотрела, мне некогда было, я гуляла. Я вообще в детстве телек не смотрела. И мультики тоже. Ну, в общем, это... Фильм не для слабонервных. Я, мне кажется, больше, чем та собака ждала этой встречи с хозяином. Я так переживала. Она, главное, старалась. Мне страшно дальше продолжать смотреть фильмы. Зайка! Мика! Козочка! Козочка, иди ко мне! Ей по траве нравится скакать. Это вообще прикол! Ай, блин, это ж надо в такой высоты прыгать. Зайцы так не скачут. А козочки, кстати, да, скачут. В том году было озеро. Да? Да. То есть плотину в этом году только убрали? Не знаю, в том году было. Я хочу сесть на пенечек, на вот тот. Маленький. О! Чуть не упала. Я бегу, чтобы это успеть на пенечек сесть. Все, уселась на пенечек. Хотела спеть «О, березы я сижу», посмотрела, это дуб. Что, хорошая песня получилась. Цепим козочку. Козочка, тебя цепить. Что, побежали? Мама, ты испортила. Побежали. Мама, ты все испортила. Брёшка.
такая. Тогда не надо выкладывать, как ты дышала. Ты как динозавр это делал, да? Я думала, это было эротично. Вообще нет. Немножечко погуляли, поняли, что лето пришло. Пошли домой, переоделись в летний стайл. Козочку оставляем нашу несчастную собаку. Кстати, спасибо за лето. Я просила, вы мне лето дали. Стоило только попросить. Так что благодарствую. Дашка, с Андрюхой более слышно, у них очень много. Ну, я думала, что в Краснодаре у нас тоже будет много комаров. Ой, ты смотри, со мной любуется. Не надо это выкладывать. Почему? Потому что любуется. Оделись по-летнему. Солнце спряталось. Жесть вообще. Да забей, будет все зашибись. Мы... Искать, Зай, мы первое время отдохнем на море. А потом уже будем искать работу. Да не только в работе, Зай. Еще и жилье, и школа. Блин, проблем. Ну, знаешь, одно плюс как большое? Что мы будем искать на постоянно. Да. Ну, я надеюсь. Эндрю? На самом деле я жалею, что это место я нашла вот только сейчас. Если бы я нашла его чуть-чуть раньше, я бы обязательно гуляла бы здесь с Мигой постоянно. Вообще круто здесь. Все цветочки просто вообще невероятно классные. По-моему, они называются люпины. Видео я, конечно, снимала вчера. Сегодня просто опять с Микой сюда пришла. Хочется сюда возвращаться снова и снова. На самом деле, знаете, когда не знаешь местности, я вообще думала, что здесь как бы опасно ходить. Но здесь гуляют семьями, гуляют бабушки, дедушки. Блин, ну очень красиво. Если не эти трубы на фоне, ну блин, ну красота. Жалко, я пришла поздно, да и тучками закрыла. Закрытое небо. Кто там такой сидит? Мика, иди сюда. Мика, иди сюда. Когда живешь как в новом месте, очень долго привыкаешь ко всему. Не знаешь, куда можно ходить, куда нельзя. Но здесь... Жалко, мне очень жалко, что это место я открыла для себя только сейчас. Кстати, я сделала группу ВКонтакте. И ссылочку я оставлю в описании под видео. Если кому интересно, подписывайтесь. Создала специально группу для того, чтобы быть ближе. Эх, если бы я не боялась клещей, я бы забежала туда, прям в эти цветы красивущие. Но они такие красивые вообще просто. Я не могу. Аж плакать хочется. Подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте. Я буду создавать разные опросы, разные темы. Будем общаться между собой. Вы между собой тоже сможете общаться. Всего хорошего, всего доброго. Если будет видео интересным, я его обязательно выложу. Просто сама не знаю, что там наснимала. На эмоциях. Место интересное. Вот буквально от дома 5 минут ходьбы. Буду двигать домой. Всем пока. Всего хорошо. Чао, какао.